I'm the greatest star. Я величайшая звезда. I am by far. Take the bow, take крупнее the bow. Не бывает, я стал неизвестным, мне будут кланяться. Доброе утро. Чаю, Найлс. Да, я бы не отказался, в горле пересохло. И положите веточку мяты. Я не принесу тебе чая. А я не стану петь на спектакле. С лимоном? Да, но холодильник пуст. Вот, возьмите. Купите себе чего-нибудь пожевать. Жена, скажи, что Максвелл приготовил на день рождения? Даю тебе 50 баксов. Нет. Скажу, если вы назовете мне свой возраст. Так и быть, 75. Вот видите, было не так трудно признаться. Зачем вы пришли? Солнце уже встало. Будет тебе, Найлс. Сегодня мой день рождения. Ты не станешь делать мне гадости. А чего же? Разве вы помолвлены? Помолчи, Найлс. Как Максвелл? Ему стало получше? Пожалуй, что да. Вчера на ночь он принял сильное еврейское средство. Как бы я хотела ему помочь. Я бы не прочь поболтать с вами, мисс Бэбкок, но мистер Шеффилд ждет. Он излучает здоровье и светится от счастья, когда ему приносят поднос. Да, я сама. О, нет, мисс Бэбкок, я не могу. Отдай мне свой поднос. Я не могу, вам нельзя входить в его комнату. Ну почему? В комнате мой подарок, а дни рождения, я угадала? Точно. Вы читаете мои мысли. Максвелл! Максвелл! Сиси! Сиси, как ты здесь оказалась? Как я оказалась? Как она здесь оказалась? Кто? Минут мою комнату. С днем рождения, мисс Бэбкок. Боже мой, Найлс, мне было так неловко, когда мисс Бэбкок появилась в моей спальне. Понимаю, сэр, если бы я только мог ее остановить, я бы наложил на себя руки. Ты не виноват, старина. Самое досадное, что сегодня ее день рождения, о котором все забыли. Я вспомнил, сэр, в самом деле, как мило. И ты что-то подарил? Она получила подарок этим утром.